В Екатеринбурге в гараже-отстойнике на просторной улице опера городского уголовного розыска из отделения по борьбе с кражами и угонами при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии приделали с поличным двух воришек 38 и 54 лет от роду, которые за несколько минут до отлова потырили квадроцикл с территории салона мототехники на улице Титова. Как показала практика, воришки тщательно подготовились к этой квадрокраже. За два дня до преступления, также под покровом тьмы, они просочились на парковку мотосалона, где стояли новые на продажу квадрики и снегоходы, осмотрелись на местности и выискали пути отхода. Собственно, в ночь похищения квадра воришки отогнули секцию металлического забора, зашли на парковку, выбрали приглянувшийся мотовездеход за 800 тысяч рублей, ну это если покупать днем, а если брать ночью, то бесплатно, залили в бак заранее приготовленный бензин, сломали квадрику замок зажигания и завели. Ворота ограждения мотосалона преодолели легко, ну тупо сняли их с петель, ну а дальше проще. Доехали до отстойного гаража на просторной, где их опера с ОМОНом и приделали, ибо следили за ними. Захищение мототехники. Какой мототехники? Квадроцикл. Когда похитили? Сегодня. Так. Что с ней сделали? Куда перегнали? Ну, другой район. Так, так получается. Куда? В гараж. Для чего? Постоял. Ну, чтобы... Для чего постоял? Ну, потом... С какой целью похитили? Продать. При досмотре у воришек обнаружились инструменты, которыми они орудовали в салоне. Квадрик, естественно, вернули обратно хозяину, на Титова. Обоих задержанных проводили на Фрунзе 74 в городское УМВД, и при ближайшем рассмотрении выяснилось, что оба похитителя настоящие рецидивисты, этакие любители чужой мототехники. Младший из воров в 2016 году в Полевском украл снегоход. Попался, но отскочил условкой. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 158. Еще? Все. Одна статья? Да. Когда это? В каком году было? В 16-м году. Что именно сделали? Ну, там попытка кражи. Кражи чего? Тоже снегохода. Снегохода, да? Да. А что именно, какой был приговор? 3 года условно. Другой 58-летний вор похитил снегоход и квадроцикл. И в январе текущего года, коронованной крысы, в Чкаловском суде получил наказание. 150 тысяч штрафа. То есть тоже не сел. Кроме этого, какие-то эпизоды преступной деятельности имеются у вас аналогичные? Ну, примерно, да. Примерно? Когда совершены вам эти эпизоды? Ну, где-то полгода назад. Может, и год. Не помню точно. Что похищали? Квадроцикл. Еще какую-то технику похищали? Снегоход. Из частных домов или с территории организации? С территории. Куда технику впоследствии реализовывали? Продавали. Сейчас обоим инкриминирована 158-я, часть 3 УК, то есть кража в крупном, более чем на 250 тысяч рублей, размере. А это в пиковом случае до 6 лет зоны. Думается, что судья учтет рецидив клиентов, констатирует, что наказание, не связанное с посадкой, их не исправило. Ну и на сей раз оба реально отплывут в зону.